Привет, дорогие друзья! Снова в своем гараже очередная поделка. Что я хочу сегодня сделать? У меня вот такое точило в гараже есть. Ему уже лет 100, наверное. Ну, 100 не 100, 50 это точно. Так, вот такое вот точило. Но у него тут нету никакой площадочки. Я хочу сейчас сделать вот такой вот столик, чтобы можно было опирать и что-то точить. Где-то на середине он будет. Вот так. Почему такой формы? Ну, это вот по мере стачивания круга он будет двигаться ближе дальше там. Да? Чтобы это не мешало, такая у него будет выемка. А так вот будет столик такой. Там он будет крепиться на те два болта. Здесь на уголке. Так, при этом вот сюда на имеющиеся болты просто прикрутить не получится, потому что будет тогда выступят сюда вперед болты и будут цеплять за круг. Так. Вот это можно приварить вот сюда. Так. Это есть.
Так. Так, пробуем собирать предварительно. Так, ну что, испытание? Так, при этом оно может наклоняться в разные стороны. Ниже, выше, под разным углом.
можно ее фиксировать. Отрицательный, прямой. Такой угол. По мере износа круга. Может она подвигаться вот так. Для этого сделаны вот эти вот вырезы. Площадочка будет подвигаться, то есть круг сточился. Он будет больше и больше. Ну вот, друзья, вот такая вот тут подставочка получилась. Подпорка, упор, и как он там называется. С ним будет гораздо удобнее и безопаснее работать. Что-то подточить, отточить, заточить. У него меняются углы. Можно разный угол поставить, выше, ниже. То есть вот удобная получилась вещь, я думаю. А вам как понравилось? Если понравилось, ставьте класс. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотры. До новых встреч.